Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму. Я не приветствую такой политики. Миллионы молятся Господу. Я многих таких знаю, которые сегодня облечены большой властью. Но как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, моя точка зрения, я никому ее не навязываю. Это вам решать. Как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам. Если нужно одеть маску на лицо, оденьте. Если нужно другим образом поберечься, берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства. Если он на самом деле нас видит, то он нам поможет. Иначе не может быть. Но где-то и накажет за все наши прегрешения. Уж слишком последнее время мы ведем себя не так, как он нам завещал и завещает. Мы безобразно относимся к природе. Мы вообще отошли от принципов нормальной морали. Мы привыкли пренебречь всем ради денег. Это что, нормально? Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше. Кому больше, кому меньше, вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезни. Более того, я еще месяц вам говорил о том, поживем, увидим, кто как использует эту ситуацию в своих целях. Посмотрите, сегодня уже видно, кто как пытается использовать эту ситуацию. Я уже прямо вынужден был констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа белорусского, что болезнь коронавируса стала политикой. Сегодня это уже стало политикой. Люди не думают о болезни и как помочь друг другу. В лучшем случае думают, как отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит. И как используют отдельное уже государство в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет. Я всегда говорил белорусам, и сейчас повторю в этом храме. Все это пройдет. А что будет после этого с нами? Знаете, одному трудно в мире особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться. Что мы должны работать. Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, сегодня начали работать, начали открывать свои заводы, фабрики, школы. А в это время у них еще гибнет до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Я исходил из одной простой мудрости, рожденной нашими людьми. Когда трудно, желательно стиль жизни не менять. Если крестьяне сеют и убирают, пусть сеют. Если рабочие идут на фабрику и работают, пусть они работают в этих условиях. Не надо резко менять жизнь. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках. Я не закрывал границы. Вокруг нас закрылись. Ну, закрылись и закрылись. Мы определили коридоры, мы транзитная страна. Не без проблем. Но тысячи автомобилей большегрузных возят необходимые грузы через нас и нам с запада на восток.